ходят слухи, что следующий год будет последний, когда Олимпиада проводится в Иннополисе. А некоторые даже говорят, что этот год последний. Действительно, у нас международный оргкомитет подписан соглашение до 2018 года включительно. То есть мы на текущий момент с полной уверенностью заявляем, что в 2018 году мы будем проводить Олимпиаду. Да? То есть у нас есть видение того, что она будет проводиться на университете в Иннополисе. Там форс-мажор какой-нибудь может, конечно, происходить. Он всегда может происходить с любыми организациями и так далее. Но в целом я не вижу причин, почему Олимпиада должна в 2018 году не проходить. Даже думать об этом не знаю. А 2019 год и далее? А 2019 год, как бы. Ну, посмотрим. Да, всем ли, кто хочет проводить Олимпиаду, это интересно так же, как и нам. Будем дальнейшим оператором Олимпиады. Если... Все идет своим чередом. То есть у нас контракт был на 5 лет. То есть следующий год последний. Наверное, неправильно было бы там 3 года или 4 года провести, и потом как бы активно. У нас целый год для того, чтобы ответить на вопрос, ну, будем мы дальше еще следующие 5 лет национальным организатором или нет. То есть пока ответа нет, вот как формируется в головах, есть разные мнения вообще. Мы достаточно много сделали для олимпиадного движения в робототехнике. В общем-то говоря, даже если мы не национальным организатором, мы сможем все это передать там новым национальным организаторам. Ну, либо будем продолжать развивать. А планирует ли в дальнейшем Республика Татарстан проводить Олимпиаду, поддерживать ее, или мы можем ожидать, что место проведения поменяется в ближайшие годы? Это зависит от переговоров с владельцем, скажем так, с World Robot Olympiad, соглашение с которым подписано университетом Иннополис на 5 лет. Мы будем это обсуждать, будем предлагать это в качестве площадки, но вот буквально мы, наверное, примем соответствующее решение о том, чтобы чемпионат республики сделался ежегодным, постоянным.